У нас практически все здесь. Я знаю, что, Михаил Сергеевич, мы тоже не можем вас отпустить без песни. Миша, вы, Дима и лучшие голоса, детские голоса страны у нас сегодня тоже здесь. Не вешать нос гардемарины. Я хочу сказать, вот в нашем продолжении сейчас в этом гардемаринах, да, у нас потрясающие молодые ребята, которые играют главные роли. Они все дебютанты, и они должны петь уже молодыми голосами. Вот они, их голоса звучат у нас на экране, как молодые, так и взрослые. Поэтому мы, оказывается, на вечер произошла у нас маленькая репетиция. Поэтому давай споем так, как мы там делаем. По воле рока. Случилось? Или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь. Не вешать нос, гардемарины, дурная жизнь, и хороша, единый бар. Единый парус и душа, судьба и родина едины. Дела любви как будто мирных, судьба влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но сладкий свист и бой картечи, и тьма строжная тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена! Не вешать нос, гардемарины, дурная жизнь, их хороша, единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и род. Той женщины в мире. Мы всегда вас любили, любим и будем любить. Я буду сниматься во всех ваших фильмах. До самого конца буду играть Кощея Бессмертного, кого угодно, лишь возьмите сниматься. Дима, скажи, ты тоже будешь? Да, я тоже буду. Не вешать нос всем! Не вешать нос! Гардемарины, дурная жизнь!